Підтримуйте їх, друзі, підтримуйте! Вони виступали для вас! Скажи, будь ласка, ну а ти міг подумати, що ти будеш ще раз переможцем? Я розумію, ти десь тихенечко думав, ну прорвусь, а виграти? Мав надію? Тільки победа і нічого більше. Це слова олімпійського чемпіона, тільки победа! Но мы вызываем еще вперед маму. Подойдите, выйдите сюда. Мужчины, чоловіки, ваше вшанування матері чемпіона. Будь ласка, оплесками. Можно сказать. Я хочу только вам спросить сначала тот вопрос, который я задумал давно. Можно? Скажи, вы же тоже чемпионка? Советского Союза. По? Погребленок на байдарке. На байдарке. А сын почему? Да, аплодисменты, правильно. А сын почему на каноэ? Ну, так получилось. Но я вам хочу сказать, что гены пальцем не раздавишь. Поэтому я нереализованная олимпийская чемпионка. И вот я реализовала своего сына. Он уже один раз за меня, а другой раз за себя. Значит, реализованная уже, Скажите, Лена, честно, у вас есть мечта еще добиться каких-то спортивных результатов? Я имею в виду вместе с сыном. Конечно, есть. Я еще хочу на Токио. Нет, в Токио каждый хочет. Ну так не каждый может. Как в Рио-де-Жанейро. Тоже очень многие хотели, но не все туда попали. А мы попали. И я думаю, если мы поставим цель, мы тоже туда попадем. Рецепт от мамы олимпийского чемпиона. Спасибо. Нужно поставить перед собой цель. Вы слышите? Конечно. Я хотела вообще начать, что слава Украине! Героям слава! Супер! Мой сын несколько раз поднимался на первую ступеньку и всегда играли гимн. И говорят, что спорт это не политика, но на самом деле это политика. И поэтому, когда Юрий в 2014 году выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры, то я, конечно, просто рыдаю и очень счастлива за нашу Украину. Я хочу сказать, что у вас, вот у всех жителей Южного есть очень хорошая крыша. Это припортовый завод. Потому что если бы не припортовый завод, Юра, может быть, даже не состоялся как гребец. Потому что припортовый завод постоянно плечо подставлял Юре. Давал весло, давал лодки, давал питание. И даже вот за один месяц до Олимпийских игр вдруг, когда Юра проходил тренировочный сбор в Обухово, вдруг его аннулировали, молоть и спорт у нас, и сказали, что он должен делать это за свои деньги. Но вы понимаете, что это очень большие деньги. Тут припортовый завод, большое ему спасибо, подставил свое плечо. И я хочу вам сказать, вот родителям, детям, главное труд. Трудиться надо, потому что просто так медали не падают на голову. Плюс припортовый завод, и у вас все получится. Большое вам спасибо за то, что вы болели за Юру. И низкий поклон. Спасибо. Юра Чепан, пример не только для вас, так же само для меня. И хочу, большое желание, мечта олимпийской медали. Поэтому следующая Олимпиада Токио моя. Поддержите ее мечту. Спасибо, друзья. Поздравьте их с Днем города. Поздравляю. Ваш город. Конечно. Хочу сказать большую огромную благодарность вам всем за то, что переживаете, за то, что смотрите, болеете за нас. И поздравляю вас всех с Днем города. Спасибо. И без дурок победы желаю. Юра, прежде чем мы посмотрим победный заезд, прежде, я хочу спросить тебя о нескольких моментах, которые мне друзья сказали спросить. Вот правильно по ощущениям, что ты быстрее всех стартанул? Безусловно.
Безусловно. На грани фальстарт. Ну, на грани, но, не, но нет. Но не за гранью. А скажи мне, ты решил сразу это... Не понял на него. Скажи, ты решил сразу идти на такой риск, чтобы сделать сильный старт? Естественно, соперники сильнее меня, и у меня был только единственный шанс, либо пан, либо пропал. Все. И он выиграл, он пан! Пан Чеван! Хорошо. И, конечно, вопрос финального, финальной этой выкидушки. Я не знаю, как ты ее называешь. Это называется подсед. Подсед. Ну, такая, подсидеть кого-то. Профессиональный подсед Юрия Чебана. Профессиональный фирменный подсед. Но бразилец тоже пытался сделать. Ну, это его спасло, это дало ему третье золото, то есть серебро. Бронзу! Третье место за то... Его третья медаль, это бронза. Дало ему бронзу, третью медаль. У него два серебра и бронза. Это... Он тоже герой Бразилии. Это, можно сказать, герой Бразилии, чувак с одной почкой. Выиграл, ну, можно сказать, выиграл три медали. Выигрывают наши, потому что у них две почки. Юра, не только не тики живые герои, да, южницы, а и казковые герои. Выйди сюда, покажи же, покажи. Вот казковый герой пришел, пришел запросить кудись Чебана. Юра, у него правильное весло? Нет? Расскажи, почему нет? Это весло для новичков. Для слабаков. А, легче, чтобы было? Нет, не для слабаков, именно для начинающих. Для начинающих. А что в нем не так? Ну, у него не тот, не та жесткость, не та лопатка уменьшена и длина. Понятно. У тебя больше рычаг? Ну, понятно. У тебя и сил больше. Ну, я думаю, что не все так просто. Несколько слов. Уважаемые друзья, для нас большая честь принимать таких уважаемых людей, чемпионов, в день рождения нашего города. Юра, Настя. Юра трижды принимал участие в Олимпиаде. Четырежды. Из них три медали и дважды чемпион Олимпийских игр. Я... Давайте похлопаем, давайте поаплодируем. Это гордость нашего города. Мы гордимся им. Я хочу, чтобы вся молодежь нашего города брала пример с Юры, с Насти, потому что это символ города, и мы всегда будем им гордиться. Я хочу, да, я думаю, что действительно Юра сегодня заслуживает на Героя Украины. Я хочу вас всех поздравить с праздником, пожелать удачи, счастья, здоровья. С днем рождения, города! Удачи вам всем! Владимир Новоцкий.